играть, раз они так медленно провели первую, как бы карту. Ну, достаточно неторопливо, скажем так. Посмотрим, как они тут будут. Ну, скорее даже не всю карту неторопливо. Под конец-то они подразогнались вполне. Вот первую половину карты, да, не очень. Мне вот интересно, что сейчас происходит на игре Relic Dignitas. У нас тут можешь... непотребства всякие происходят. И... Можешь пойти проверить. Пока что. Пока что, да. Ну, сейчас игроки из команды ИДК развлекают нас интересными диалогами. Они начинают уже. А Ванила не стала комментить Relic Dignitas. Комментить другой матч, участием Бродеров точно, вот вторую команду я пока не знаю. Ну, мне кажется, мы уже не будем переходить. Это понятно. На других команд. Уже досмотрим этот матч. Раз уж начали. Тем более силы, ну, довольно равны, по-моему. Ну, если у нас возникла такая ситуация, что 2-2. Да, поэтому карта должна быть вторая интересная. Ну и Golden Cup, соответственно, тоже. Да, все правильно, ставят сейчас тайм-лимит на 10 минут, вин-лимит 1. Все верно. Я так и не понял, какую сейчас игру комментирует Ванила ТВ. Ну ты можешь открыть их стрим. Я пытаюсь, у меня не грузится. С небольшим таким перерывом хочу сообщить, что на ETF Duel началась регистрация на их ETF Duel Highlander лигу. Все те, кто как хоть немного заинтересованы в всем вопросе, могут ознакомиться с ним на сайте ETF Duel.org. Началась у нас игра, выходит снизу ее тэч, выходит снизу I don't know, по крайней мере один солдат. Сразу идет аркада, моментально забирают в аркаде солдата I don't know, оттягиваются они, соответственно, в меньшинстве назад. Но только вот... не отходит. Сейчас вы так. И только когда скоты начали раздавать минуса, потянулись все остальные и заняли, собственно, центр. Таким образом, один медик. Получится, получится. Получится. Минус 6 сейчас было у юитеков. Взял снайпера Твик. Какие ники странные. Только в четвертых, пятых дивизионах невозможно такое, что медик... так, возможно такое, что медик может зарубить двух солдов, скотов, которые за ним гонятся, и убежать спокойно. Минусит снайпер с убером медика. Очень правильно выбрал позицию. Точнее, даже не так, медик очень неправильно. Зря он... полез на самом деле. Медик на самом деле наверняка не знал про существование снайпера у ее тэч. Я бы на самом деле так же бы поступил. Очень опасно на самом деле завязать медику на шпиль. Все-таки какая-нибудь внезапная аркада или там, не дай бог, критовая пайпа. Это... На шпиль залезают, в принципе, довольно часто. По крайней мере, я так точно делаю часто. Довольно-таки скиллово, сразу оказывается на втором этаже. Правда, опасно для вот таких вот снайперов. Я бы заволновался за своего медика, если бы он залез туда. Ну, бывает. Да, что-то, кстати, с худом произошло. Ура, есть и обеих команд Uber. И в итоге взяли спая. Сейчас посмотрим за ним. Да, им надо бы что-то предпринимать, потому что... Он сейчас в доме, по-моему. Пошел. Нет, он сейчас на центре. Да, уже на центре. То есть сейчас, в принципе, спай может решить, что же будет дальше в этом Golden Cup. Не торопится он. Как-то вот все ходит вокруг. Нет, да он все правильно, он выжидает, ну, времени не так много. Его, по-моему, все-таки уже спалили, потому что что-то демо назад спамил, скаут оглядывается. Да, кстати. Так что я не думаю, что не получится.
кто знает, кто знает. По-моему, пытаются заходить уже, ИДК. 7 минут осталось до конца, заходит в лобби. Спай обнаружит, что в лобби на первом этаже никого нет, все на втором. Кстати, даже, ладно, может быть, есть какой-то смысл не пушить сейчас ИДК, потому что кто знает, как пуш закончится. Может, минус 6 будет, все. Да, а если подождать минут 5? Да, и так, если бы ее так и сами пошли пушить, у них бы, во-первых, на последний осталось меньше человек, то есть, например, бы с котам можно было пробежать, да, или солдатам прыгнуть. В общем, как-то обойти, одним словом. Или вот тому же спаю, да, там как-то. Взять спая, да, спрятаться где-нибудь. Вот но между делом спая сминусили такие, и у ЭДК появился шанс запушить с преимуществом в людях последнюю. Они, ну, правда, шанс не реализовали. Ушли через карман, сейчас медик живой. Терять всего двоих, однако оттягиваются даже на центр, вот. Остается солдат. Нужно выходить ТЭЧем на шпиль. А вот тут тоже, кстати, достаточно спорная ситуация. Сейчас все живые. И вот дадут ли просто так ее ТЭКом запушить шпиль? А вот ее ТЭКом уже создали какие-то неприятности, забрав Дима Мэна. Сейчас ЭДК. 80 убера имеет ЭДК, не имеет до сих пор ЭТЭЧ Дима Мэна. Но вот только что он резнулся, правда. Нет, не пойдут, я думаю, ЭДК. Следуя логике. Нет, все. Да что ж такое? Все ж таки идут. Зажигают убер на убер. Вот время скал с кармана пытался пройти, но вовремя его заметили. Опять неудачный пуш. ЭДК всех сохранили, решили опять же не рисковать особо. Половина Golden Cup'а прошла. Да, достаточно напряженная ситуация. Сейчас, если ее и так и не пойдут пушить, то они, в принципе, проиграют этот Golden Cup. Остается уже не так много времени. Взял Хевика Твик. Вот сейчас сделал Арига, сминусился, поэтому пятеро человек всего осталось у ее теков. Если бы, конечно, сейчас был Убер у ИДКшников, можно было что-нибудь да сделать. Тут внезапно прошу прощения, отходил. Что-то я до сих пор вижу ту же самую ситуацию, убер на убер. Она уже третья, по-моему, попытка со стороны ЭДК запушить. И опять же она... Пытаются ЭТЭЧ отпушить, потому что сейчас очень рано зажгли ЭДК. И сейчас... Однако медик внезапно остался один. Еле-еле он спасся своими шприцами. Минус 3 сейчас у ЭДК. Минус... Да, минус 4 уже. Медик сейчас на медика со шприцами набросился. Не хотят отдавать свой шпиль АДК пока. Хотят дальше пушить на последнюю бесконечно. Кстати, как мы уже говорили, АДК все еще имеют центр. Если центр они не отдадут по истечению всего времени, они выиграют Golden Cup. Счет станет по очкам на таблице ЕТВ 2-1. Все-таки хотелось бы, наверное, они этот раунд взяли. Вместо 1-1, как раньше. Кстати, вполне такая честная, по-моему. Ну, такое, да, честное правило нововведение. Твик взял спая снова. Может быть, это перевернет ход всей игры, но, к сожалению, нет. Опять, ну, пока тут спалился, формируешь мысли, говоришь, умер, он уже умирает. Четвертый убер пошел. Четвертый убер в ответку. По такому же сценарию заходит опять же снизу и... О! Да, вот такой вот у нас сценарий. На четвертый раз удалось пробежать скауту, Рейку, по-моему, да? С кармана. Вроде вот и ругали мы на прошлом стриме команду, не помню честно, на каком... На кубке, по-моему, ТО2 World, который был. Какую-то команду мы ругали за то, что карман плохо смотрит. И на эту ошибку купили сейчас команды первого Дио. Ну что ж, поздравляю команду ИДК. Я вот, честно говоря, не понял одного факта. Написали сразу ГГ, и как бы дальше они не продолжают играть. Это так и задумано, играть всего один раунд в Golden Cup? Да. Golden Cup, он на то и Golden.
Нет, да. Насколько я помню, а это было давным-давно, когда я последний раз играл Golden Cup на официальных играх, играли мы там несколько раундов точно. Нет, один раунд всего играется. Хорошо. Либо берется раунд, либо центр. Как бы тут. Только так. Вот это вот уже дам. Интересно. Гулевош вторая карта. Тут надо много летать, прыгать и... Как-то надо бы команду, наверное, это... Мне почему-то кажется, сейчас Ориги будет играть с Хевиком, а вот ИДК ответит ему снайпером. Вот что-то у меня есть такое подозрение. Я вот только у ИДК снайперов не знаю, кто есть. Да у них оба неплохие. Я не помню, что проект играл снайпером раньше, честно говоря. Ну ладно. А вот Хевик Ориго помню. Но у меня не грузится почему-то. Ну, пока наверное, из-за того, что мы в СТВ. Ну, в смысле, да. На ревайвисе. Ну, как правильно, я не знаю, как правильно говорить. В СТВ. На релеев, который сидит в СТВ. Вот так. Да, можно так. Сейчас пока пауза. Поменяю все новости, всю информацию.